Добрый вечер. Добрый. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет, у каждой все особое свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно ожил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть и в этом мире этом самый лучший миг, есть и в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей и про отца родного своего? Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят и люди, их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый мне, раз не хочется опять, об этой невозвратности кричать. Спасибо.